понравилось. Очень понравилось. Мне очень приятно, что, главное, что Лариса удачи. Говорила на самом деле. Я надеюсь, что в принципе все, произвела хорошее впечатление. Да? Все хорошо. Да, мне Санечка тоже понравилось. Жена должна уметь корректировать мужчину мягкой требовательностью. И вот она слово «мягкое» это сказала. Сказала, говорит, мудра, не по годам. Ценили. Здорово. Мне очень понравилось то, что она относится к любви и к личной жизни так же, как вы. У вас планета связана с личной жизнью, и у вас у нее в воздухе одна стихия. Вы одинаково не будете держать партнера, но она более верна, чем вы, я должна сказать. Как личности, я думаю, вам будет сложно. То есть на вечеринке в качестве друзей хороших вы вполне можете друг к другу подойти. Очень хорошая пара, были бы дружеская. А вот личностная борьба. Спасибо. Спасибо. Ну, Миш, пришли без сватов, поэтому советовать будем вам только вот мы втроем. Ну, скажу, в общем, слова. Лена, по мне, немножко суховато в общении. Мне так показалось. Очень все вот выстроено по жизни. Ну и к тому же подружки не очень симпатичные, боюсь, сразу конфликт будет. Ты с ним не выйдешь? Нет. То есть абсолютно не твой человек? Нет. Скучный. По Янине, в принципе, все хорошо, шикарно даже. Вот рыжая артистка. Мне кажется,